Да аплаты будуць прымацца карты любога банка, якія ў кожнага пасажыра заўсёды пры сабе. Як адзначаюць спецыялісты, такі спосаб аплаты павінен палегчыць грамадзянам праезд. Акрамя таго, сістэма даволі простая. Как пассажир я захожу в автобус и могу приложить карточку к валидатору. Вот я оплатил, и у меня показал звуковой сигнал, прошел, потом написала, что оплачено 80 копеек, и загорелся световой индикатор. Это означает, что у нас оплачен проезд. Подтвердить факт оплаты можно будет праз смс-оповящение на телефоне. Отзначим, что первый час у связи с тем, что это пилотный проект, поведомления могут приходить со спозднением. Однако у любым выпадку доведаться об оплате можно будет, коли приложить банковскую карту до адмысловой прилады контролера. Пилотный проект, он на то и есть пилотным проектом, чтобы попробовать услышать мнение наших людей, горожан. Ведь прежде всего мы это делаем для них, для их удобства. У нас есть порядка 8 способов оплаты за проезд. Но вот если взять лично меня, то я считаю, что это, наверное, самый оптимальный вариант оплаты проезда. Потому что банковская карта у нас сейчас есть платежная, ну, у всех, будь то пенсионеры, либо молодежь и так далее. Нагадаем, што першыя аўтобусы з валідатарамі пачнуць сваю працу ўжо ў гэты чацвер.